Я хочу показать вам одного такого чеченского парня, подростка, ровесника, сына Рамзана Кадырова. Посмотрите на него и послушайте, что он говорит. Его зовут Мухаммад Ютаев. Мамад, вот я и мечу. О, а верно. Как интригируешь, наконец. Кусай. Шаха жиру. Шаха жиру, а вы? Хамад чудо. Таит. Таитым, а? Мила бала. Бала, чем заял, и там, декса. Я вот чудо, а ты? Малыш, ош, клич хайнги хуй. Са двойнику. Двойнику. Момент. Дана дождь дуя? А где за вокну гу гурвой? Вадина, что он уже. Семья не позови выделите волосы. Это и есть. Дождь гуя? Мать вошла. Да, вас там убая была, вы скажете, ну куда ты на что нужен? Семья не пособий выделить волос. Это и есть самый пособий, что не отвалится. Это есть, ба. Так, материальная помощь есть? Помощь, я сам улыбаю за отца. Вот Мухаммад Ютаев, это пример того, как достигший совершеннолетия, молодой чеченец, как он поступал, когда приходил враг. И никаких кинжалов никто ему не повязывал. Он просто знал, что пришел враг в его дом, на его землю, ему нужно выйти и сразиться с этим врагом. Вот это вот пример мужества, это пример чеченских традиций и обычаев. Вот они, чеченские традиции и обычаи. Это я говорю для наших молодых. Не повязывание кинжала, не от этого зависит, выйдешь ты против врага или нет, будешь ты бороться с ним, будешь ты бороться за справедливость или нет, не от этого зависит. Неважно, повязывали тебе кинжал или не повязывали. И отцы не стояли и не плакали на этих мероприятиях. Это все клоунада. Вот они, настоящие чеченские обычаи и традиции. Вот это настоящий чеченский юноша, чеченский парень. Поэтому, когда вам показывают подобные вещи, подобную клоунаду, вспоминайте вот таких вот ребят, которые без клоунады не любили эту клоунаду. Даже ему задают эти вопросы, ему, он даже не хочет на них отвечать. Очень так скромничает, уходит от ответов. Вот они, чеченские обычаи и традиции. А то, что устраивает Кадыров с этой слезой, которую он пускает на подобных мероприятиях. Это все клоунада. Кадыров и его отец — это те люди, которые не сразились. Они не сделали того, что сделал вот этот подросток Мухаммад Ютаев. Они не сразились с врагом. Они предали нас, они перешли на сторону врага. И будучи уже на стороне врага, будучи предателями, они дали вот это потомство. Это потомство, которому сегодня исполнилось 15 лет. И теперь эти предатели своему потомству повязывают кинжал, потому что у них нет другого выхода. Они не могут никак иначе показать какую-то хотя бы наигранную отвагу, да, показать вот наигранное мужество. У них нет другой возможности. Все, они там, где нужно было показать мужество, достоинство. Их отцы этого юноши, то есть Кадыров, Рамзан, Кадыров, Ахмат, они не смогли это показать, они струсили. И теперь вот это их потомство, они пытаются с всякими кинжалами, там, какими-то сказками, как угодно, показать вам, что типа вот это мужество, вот так вот надо себя вести, но не так. Примерами для подражания являются такие, как Мухаммад Ютаев. Не повязывали они кинжалы, никаких шоу на местных телеканалах, ничего подобного не было. Отцы их не пускали слезу. Но эти ребята просто вышли и сразились с врагом. Поэтому это они являются примерами для подражания и нашими героями. سأزيل سجودا وقيودا وسأمر
الحور جسس عيوني انتظريني انتظريني.